Ну, а наша программа подходит к концу, и мы готовы подвести итоги голосования. Но перед тем, как мы будем это делать, тут просто сообщение. Экстренное. Экстренное сообщение. Дорогой любимый супруг Мадаров Евгений Михайлович, поздравляю тебя с днем рождения. Для меня ты самый лучший, самый верный, самый родной человек на свете. И вот твоя супруга Надежда пишет. Очень большое сообщение, поэтому самые главные выдержки я сейчас зачитал. Присоединяемся к поздравлению, ну и вернемся к результатам опроса. Что будете делать на неделе выходных? Работать удаленно — этот вариант ответа выбирают 45%. Просто сидеть дома — 55%. Мы очень рады за наших телезрителей, что вы, получается, сможете отдохнуть на грядущей неделе. И напоминаю, берегите себя лишний раз, не выходите из дома и помните, что без вас утро не начнется. С вами были Андрей Бабуридзе и Соня Лупинина. Пока! Давай.